guitar. Wish I knew how to play. And the songbirds sing. Oh, nobody knows who's talking to whip. Yeah. I've had enough of this shit. Fed up, I've been stuck in the rut, so I'm looking to rough up a couple of pricks. But I got this mission to look to a woman in prison. They're stuck in the city with something to miss. Like the rhythm, the government's swimming to whip. The anger of the people daily handling the stress. Well, I've just ambled in from gambling and landing in a mess. And I'm telling you, Elizabeth is a damsel in distress. She's the damn best wingman to ever don a dress. Yes. Мне не нравится Bioshock Infinite. Да, именно с этой фразы я и решил начать выпуск. Ну то есть, конечно, всем привет, вы на StopGame.ru и смотрите трудности перевода, но мне захотелось сразу подлить масло в огонь, которым, скорее всего, уже запылали стулья под некоторыми фанатами этой локализации, от самого факта, что кто-то собрался ее критиковать. Потому что речь пойдет по большей части о любительском переводе. Нет, 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 твою мать! Как бы там ни было, я считаю Bioshock Infinite плохим шутером, но при этом хорошей игрой. Как так? Из-за дизайна, музыки, атмосферы, истории и даже персонажей. Именно из-за истории я хочу предупредить вас. В этом выпуске присутствует безумное количество спойлеров, а сюжет этой игры стоит того, чтобы пройти ее самостоятельно. Так что если вы еще этого не сделали, а пора бы уже, то рекомендую не откладывать. Увидимся здесь же через 8 часов. Аллилуйя! В этот раз официально полный перевод выполнен не был. 1С Soft Club предоставили лишь версию с русскими субтитрами. Ни в коем случае не порицаю такой подход, а чаще всего даже приветствую. А конкретно в Bioshock Infinite очень большой упор сделан именно на актерскую игру, передать все тонкости которой посредством дубляжа далеко не у всех получается. Однако народные умельцы из творческого объединения CG Info рискнули исправить такое положение вещей собственной локализацией. CG Info не столько сами переводили игру, сколько исправляли ошибки официального перевода, начиная с мелких и безобидных. We have company. We do indeed. У нас гости. В самом деле. Up into the city, where they created an even more perfect union. Все выше и выше поднимались они в город, где они создали идеальный союз. The same coin. A different perspective. Та же монета. Но другая точка зрения. Орел. Решка. В том числе исправлено и то, что Элизабет обращается к Букеру, не используя слово мистер. Мистер Дэвид, here. Come look at these. Мистер Дэвид, сюда. Посмотри-ка. There it is, мистер Дэвид. А вот и клуб, мистер Дэвид. Не говоря уже о том, что официальный перевод время от времени просто вычеркивал некоторые фразы. Excited. He was all I had. He fed me, brought me books. He was my friend. Friend? Until I grew up. And I hated him. Because he was my warden. But he's just Comstock's pet, isn't he? Just like me. Радовалась? У меня больше не было никого. Он кормил меня, приносил книги. Он был мне другом. Другом? Потом я выросла и возненавидела его. Он был моим тюремщиком. Но он же просто зверушка Комстока, да? Как и я. Я бы это понял, если бы была необходимость в липсинке при озвучении. Но официального войсовера у игры нет, из чего следует вопрос. Почему пропала часть текста? You hurt people. I'll tell you this. Sometimes there's precious need for folks like Fitzroy. Ты делал людям боль. Я вот что скажу. Иногда люди вроде Фицрой просто необходимы. Это ни на что толком не влияет, но мне просто до сих пор любопытно, почему эти фразы исчезли. Ровно как и зачем заменять в таком случае оригинальные высказывания на собственные. They got any openings in the group? I'd love to bust some Vox skull. У вас в отряде есть места? Я бы какому-нибудь народнику череп-то раскроил бы. Это мелочи, но попытки понять логику переводчика заводят меня в тупик.
В любом случае, такие недочеты были исправлены в любительской локализации. Как и более крупные, типа той самой фразы, которая проходит через всю игру. Who's there? Bring us the curb and wipe away the jet! What do you want? По версии 1S Soft Club это звучит как «приведи девчонку». А учитывая, что речь идет, как выяснилось, про грудного младенца, который ходить не умеет, версия CG-инфо куда корректней. Кто там? Передашь девчонку, и долг будет прощен. Чего вы хотите? У нас договор, Дэвид. В официальном переводе ощущается порой и некоторый надмозговый аромат. Telegram for you, sir. DeWitt, stop. Do not alert Comstock to your presence, stop. Whatever you do, do not pick number 77. Stop. Lutess. И не надо снова говорить мне, что у переводчиков не было контекста. Это не 97-й год. Вероятность того, что разработчик прислал на перевод вот этот текст без комментария Телеграмма, крайне мала. Вы что мне рассказываете? Я понимаю, разумеется, что бывают косяки, связанные именно с отсутствием описания ситуации. Типа вот этого. Elizabeth, I'll be right there! Elizabeth, я уже бегу! Или этого. Go ahead. No. Ну давай. Нет. Поэтому к ним я претензий не предъявляю. Но пример с телеграммой не мог быть не описан в примечании к тексту. А переводчик просто упустил из виду, что слово «стаб» в этом контексте имеет значение «точка». Дэвид, ТЧК, Комсток не должен о тебе узнать, ТЧК. Что бы ты ни делал, не бери номер 77, ТЧК. Как и в данной ситуации. No one tells me where to go. Fucker. You've already been. Это диалог. Реплика Элизабет в переводимом тексте не могла быть нигде, кроме как сразу после реплики Букера. И кое-кто, видимо, додумал в этом предложении слово here. Получив фразу, ты уже был тут. No one tells me where to go. Booker. You've already been. А по умолчанию там подразумевалось слово told. Я сам решаю, куда идти. Букер. Все уже решено. Все уже перечисленные неточности опять же были исправлены в любительской локализации. Однако из-за того, что текст для нее не был переведен с нуля, некоторое количество абсурда все же просочилось и в любительскую адаптацию. Первый пример не заставляет себя долго ждать. Это 50-я секунда игры. Нет, я к тому, что я буду очень признателен, если ты поможешь. Может, его попросишь? В отличие от меня, он хотя бы заинтересован в том, чтобы туда попасть. Пожалуй, что да. Только просить его без толку. Почему? Он же не гребет. Он не гребет, а я огребет? Да, он огребет. Ага, я поняла. Боже, что за бред? Он же не гребет. Он не гребет, а я огребет? Да, он огребет. Казалось бы, это какая-то тяжело передаваемая игра слов, но нет. Просто 1С перемудрили с переводом, а CG-инфо не заметили ошибки. But there's no point in asking. Why not? Because he doesn't row. He doesn't row? No, he doesn't row. Ah, I see what you mean. Изначальный смысл фразы в том лишь, что Букер не гребет никогда, ни в одном из уже виденных ими параллельных миров. Таких глупостей, пропущенных в финальную версию любительской локализации, к счастью, не так много. На берегу, пока ты был без сознания, ты повторял одно имя. Анна. Давай не будем об этом. Я зря слушала. Anna. I don't want to talk about that. I'm sorry, I shouldn't have prayed. Нет! Закрывай! Я пытаюсь! Закрывай! Я не вполне уверен, но все выглядело так, как будто нас решили побыстрее отправить на тот свет. I don't really understand what I just saw back there. But it sure as hell looks like a shortcut to getting us killed. За исключением полдюжины таких недоразумений, пестрящий неточностями официальный перевод, впоследствии доведенный до ума любителями, выглядит добротно и целостно. 1S Soft Club порадовали, кстати, обыгрыванием названия группировки бунтовщиков. В оригинале это Vox Populi, латынь. У нас чисто русское глас народа. Vox Populi this, Vox Populi that. Now what does Vox Populi even mean, for heaven's sake? It's Latin. It means... Latin. И в этом диалоге наши переводчики выкрутились весьма изящно. Глаз народа, глаз народа. Откуда они вообще взяли это дурацкое название? У римлян была такая... У римлян? В придачу к исправленным ошибкам в любительской версии перевели огромное количество текстур.
И для игры, цепляющей не в последнюю очередь своим антуражем, это огромный плюс к атмосфере. В официальной локализации все это было адаптировано всплывающим текстом в углу экрана. Причем переведены были лишь те текстуры подписи, которым предусмотрел разработчик, следуя какой-то своей логике, в результате чего из двух, к примеру, стоящих рядом предупреждающих плакатов, переведен был лишь один. В любительской локализации адаптированных текстур в разы больше. Великолепно обыграли. Вердикт? Есть несколько очевидных ляпов, которых не оказалось бы, если б текст переводился с нуля, но в остальном отличный перевод. Полный доступ к игре дал возможность CG-Info создать дубляж, максимально приближенный к первоисточнику. Воспользовались ли они этой возможностью? Безусловно, да. Взять хоть массовку, где каждый голос звучит так же, как и было задумано разработчиками. Испуганный человек отыгрывает испуг ровно в той степени, что и оригинал. Это я виноват! Пожалуйста! Не надо! Срывается на крик в тот же момент, что и оригинал. Please, what are you doing? Ну что же вы делаете? Кричат тут вообще весьма убедительно. You're Booker DeWitt, the hero of the Vox. Ты же Booker DeWitt, народный герой. Голоса персонажей внезапно в любительском проекте соответствуют оригиналу. Everything's changing. People don't know their place anymore. Tell me about it. An Oriental stopped me on the street and asked me for the time. Все так меняется. Простые люди стали забывать свое место. И не говори. На днях какой-то азиат остановил меня на улице и спросил, который час. It's just a whisper. They're all ears. Они все мигом сделают. They said they knew what was best for us. Booker. They said they knew what was coming next. Они говорили, мол, знают, что для нас лучше. Booker. Мол, знают, что будет дальше. Blood must not be shed. What do you expect these poor negroes to do? Но кровь проливать нельзя! А что бедным ниггерам остается делать? Look at this one! Hey, copper! Look at this one! He's suspicious, if you ask me! Гляньте-ка на него! Эй, коп! Глянь на него! По-моему, он очень подозрительный! Акцент, кстати, завезли наконец. Who are you? You speak up! Speak up! Can't hear you over all these machines! Very loud! Кто вы? Говорить громко! Громко! За приборов ничего не слышно! Очень сумят! Жаль, что так и не придумали, как адаптировать гангста-нигерский выговор. Да, тот самый, что и в Сан-Андрес, с которым тут все негры и говорят. Oh, hello, sir. Don't you pay me no never mind. Ой, здрасте, сэр! Вы не обращайте внимания! Но это, опять же, не претензия. Я и сам плохо представляю, как он должен звучать на русском. And I got perilous need of it. Really? Cause it sure look like old Comstock's airship to Listen, me. I ain't looking for a fight. Бой звучит весьма насыщенно, в немалой степени из-за убедительной озвучки. Ближе! Вон! Вот этот! Огонь! Огонь! Сжечь предателя! Я... Ближе! Он сбился! Держать ворота! Я что-нибудь найду! Патроны, лови! Забирай! Вот спасибо. Да сдохни! Озвучены, разумеется, и аудиозаписи.
Мистер Камсток, когда встретимся в следующий раз, пеняй на себя. Сходил я в этот твой зал героев за лжепророком. Причем в официальной локализации, как и в оригинале, к ним не были допилены субтитры. Так что до выхода дубляжа понять, о чем в кассетах шла речь, можно было только вручную, запустив запись из меню. Мистер Камсток, when we next meet, it won't be to parley. Не стоит думать, что массовка озвучена безупречно. Время от времени проскакивают и откровенно неудачные реплики. Аннабель? Простите? Аннабель, это я, Эстер. Такое редко, но все же встречается, и лично меня в эти моменты коробит. Мы знакомы? Элизабет? Какое красивое имя. Аннабель? Excuse me? Аннабель, it's me, Эстер. Oh, do I know you? Elizabeth. Isn't that a lovely name? Есть немного технических недочетов, типа непереведенного торгового автомата. Одна песенка в гетто не была озвучена на русском, но так, судя по всему, и было задумано. Им срать на нас, живые мы или сдохли. Everything here is a cipher that I understand, except for this symbol. It's a cage. Did she say anything about this? No. Отсюда почему-то пропала часть текста. Это клетка? Она что-нибудь говорила об этом? Нет. Но в целом каждый голос из толпы передан на удивление достоверно, и очевидно, что над каждым из них постарались. Лютесы. Озвучены превосходно. Вообще не за что их ругать. Отражают оригинал в той же степени, что и друг друга. Орел или решка? Эй, дайте пройти. Орел или решка? Орел. Ну вот. Не чувствую я особой радости от победы. Выше нос, в другой раз повезет. Может быть. Told you. I never find that as satisfying as I'd imagined. Chin up. There's always next time. I suppose there is. Леди Камсток, за исключением кассет, предстает лишь в образе разгневанного призрака, поэтому почти всегда вопит, чем и радует. It's a lie. Come here, you little bastard! I want you out of my house! Это ложь! Забери свою девчонку! Ей не место в моем доме! Да и остальные справились хорошо. Просто смотрите. Ah, DeWitt, my boy. You know the best kind of interview is one where the applicant doesn't know he's being evaluated. DeWitt, мальчик мой. Люблю наблюдать за работниками, которые не знают, что их оценивают. Come here, child. Oh, come on, I don't bite. Подойди, дитя. Ну же, я не кусаюсь. See, the founders ain't nothing but weeds. Cut them down and they just grow back. Основатели живучи, как сорняки. Сегодня срежешь, завтра вырастут. Comstock's coming, Booker. But our lives won't satisfy him. Oh, no. He won't rest until he's turned us into tin. Comstock идет, Букер. Но наших жизней ему мало. Он не успокоится, пока не превратит нас в жестянок! Вот зараза, 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 зараза. Простите, я просто уже и забыл, что слово «зараза» может звучать как-то иначе. Так, о чем это я? Ах да, Букер Дэвид. Он шикарен. Whatever that was. It's got nothing to do with the job at hand. Что бы это ни было, нам сейчас не до этого. Особенно шикарен, когда повышает голос. А мой грешника! Нет, нет, нет. Даруй Постой. Ему новую Прекрати. Жизнь! Нет! Что ты творишь, Дэвид?
Убери Сейн. Руки! Сейн, мой! Брать! Ты этого не сделал. Stop it! What are you doing to it? Get off me! Get off! Скажите, зачем она вам? Открывай! Сейчас же! Вы причините ей боль? Что вам нужно? Right now! Are you going to hurt her? Tell me what you want! Нет! Нет, нет, нет! Глушите машину! Нет! Глушите ее! Анна! Глушите! Анна! Быстро! Верни мою дочь! Нет! No! No, Shut no, no! Shut down the machine! No! Shut it down! Anna! Shut down the Anna! Machine! Now do it! Give me back my daughter! No! Элизабет! Евгений Курочкин отыграл того же самого персонажа, что и Трой Бейкер. Get away from hey, me! Hey, come back here! Отойдите hey, от меня! Эй, давай назад! Just give us what we came for! Отдай то, зачем мы пришли! These two again. How do... Never mind. Опять эти двое. Как... А, неважно. Oh, there it is. А вот и он. Monument Island. Остров монументов. Wonder why they got her locked up in this place. Интересно, зачем ее тут заперли? Go! Damn hook must be magnetized. Go! Чертов крюк намагничен. Но время от времени все же уступает оригиналу. I don't know. I just assumed you were born with it. I don't know. Я не знаю. Я думал, ты родилась такой. Не знаю. Elizabeth. Whoa, hey, easy. Elizabeth. Эй, ты что? Полегче. Это настолько редкие и незначительные расхождения с первоисточником, что не очень-то и хотелось заострять на них внимание. Персонаж все равно отыгран потрясающе. Прости. Прости меня, Анна. Я не хотел. Но я о них говорю. И у меня есть на то причина. Вот она. Привет! Поскольку я не в восторге от Bioshock Infinite, я не касался любительской локализации до этого момента. И я относился к ней скептически. Ну, любители же делали, чего от них ждать? Но первое, что я услышал, запустив игру, как и все остальные, вот это. Букер, ты боишься Бога? И первая мысль была, да ладно, быть не может. Это слишком хорошо звучит, скорее всего, просто над стартовой фразой постарались как следует. Но спустя какое-то время Элизабет появляется в игре, и я продолжаю охреневать. Вы слышите? О, там музыка. Иди, а я... мне надо... Ладно, я ненадолго. Я скоро приду, мистер Дэвид. Do you hear that? It's music. Go on, I just... Okay, I won't be long. I won't be long, Mr. DeWitt. Она всегда звучит так же, как в оригинале. Каждый ее вздох. Каждая произнесенная ей фраза. Are you real? Вы настоящий. Еще какой. Она даже запинается ровно в тех же местах. Он уже здесь. Вам надо уходить. You've gotta go. Голос дрожит там, где и дрожал на английском языке. This is not what I meant to have happen. Нет, я думала, все будет совсем не так. Причем отыграно все это великолепно. You must think me some sort of... Ты, наверное, считаешь меня... Freak. Чокнутый. A girl who can bring dead men back to life. Девушка, которая... оживляет мертв. Only acquaintance is a... Единственный друг, который... Giant bird creature. Огромная птица. I must seem ridiculous. Наверное, я смешна. Тебе просто не повезло. I am not going back to that tower, я no matter что what не вернусь happens. В башню, что бы ни случилось. Stop until они от тебя не отстанут. Почему? What did I do to them? Что я им сделала? You frighten them. Ты их пугаешь. Good. Хорошо. Это ответ на вопрос, что за придирки у меня были к дубляжу Букера Девита. Если бы не было Элизабет, я бы сказал, что он отыгран безупречно. Но Элизабет есть, и не отталкиваться от нее, как от эталона, я не смог. Феноменальная достоверность, с которой она передала каждый вздох Кортни Дрейпер, заставляет еще раз взглянуть на всех остальных. И мне не хочется это признавать, но наш Дэвид не всегда передает запинающийся голос Бейкера. Why? What is going on? Elizabeth, what do you mean this is a doorway?
Зачем? Что происходит? Элизабет, что ты имеешь в виду, эта дверь? Комсток всегда звучит одинаково, даже когда оригинал демонстрирует усталость. Once he has what he needs, he will leave you alone. That job falls to you, Elizabeth. Получит то, что ему нужно, и сразу бросит. Это сделаешь ты, Элизабет. Финк порой немного выходит из роли. You're a tough nut to crack, Mr. DeWitt. A tough nut, but I promise you this. Ты упрямый парень, Дэвид. Но обещаю. Крик Слейта не настолько выразительный. Comstock led the Colombian troops. Comstock wasn't there! Комстока там не было! You're not the Booker DeWitt I remember! Tin Man! Tin Man! Ты не Букер Дэвид, которого я помню! Ты жестянка! В отличие от остальных, у Элизабет нет таких упущений, хоть и мелких, на которые никто бы, кроме меня, дебила-фанатика идеального звучания, сроду не обратил бы внимания. Но это редкие недочеты, и в конечном счете каждый из этих персонажей все равно звучит лучше, чем весь гребаный The Last of Us. Ну, кроме Джоэла и Тесс. А дубляж Элизабет — это вообще ответ всем тем, кто говорит нечто вроде «Да что ты прикопался к озвучке, английский и русский языки звучат по-разному, невозможно добиться того, чтобы дубляж был точно таким же, как оригинал». Возможно! Вот вам доказательство! Анна Молева сделала это. Кейдж, клетка. Кейдж, I'm missing something. Кейдж, может быть, по буквам? Анна Молева, косплеер. Человек без актерского образования, без портфолио и сотни дублированных фильмов на Кинопоиске, как, к примеру, Лиза Мартиросова и Елена Ивасишина. При этом Аня переплюнула их обеих. Прости. Я не должна была уходить. Я не должна была. Косплеер, у которой за плечами лишь любительский опыт озвучения, продемонстрировала, что такое настоящий дубляж, с точностью передав персонажа. Пришел человек, предложил шанс на искупление. Шанс того, что мы снова будем вместе. Вся игра звучит потрясающе, и в каждом произнесенном слове видна отдача людей, произносивших эти слова. Людей, сделавших все это на чистом энтузиазме. Любителей, по большей части, которых волнует результат их трудов, и которые работали не на «Отъебись, дайте мне мою зарплату», а для того, чтобы создать нечто прекрасное. Букер Дэвид и Элизабет — главные герои, к их дубляжу самые высокие требования, и люди, их озвучившие, реально выложились на 100%. Нет. Нет, 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 нет! О, черт! Скорей! Надо как-то разогнать это корыто. Впервые в выпуске «Трудности перевода» я могу смело сказать, что все главные герои, в данном случае двое, показаны нам в том самом виде, что и в оригинале. Причем на уровне, чертовски близком к нему. Должен же быть, ну, не знаю, какой-нибудь ускоритель или что-нибудь еще. Ну а ты еще? Знаешь, как он выглядит? Я не знаю! И как мы его найдем? Элизабет! Держись за что-нибудь! Вся команда CG-Info, все, кто участвовал в этом проекте, сделали именно локализацию. Они с точностью отразили персонажей, не внося изменения в текст и голоса. Да, у них было огромное преимущество — полный доступ к игре и условно неограниченное время на ее адаптацию. Но главное, что чувство собственной гениальности не зашкаливало. CG-Info не считают себя умнее создателей игры. Не считают себя умнее Нила Дракмана, который, видимо, нихуя не понимает в искусстве, раз взял на роль 14-летней девочки 30-летнюю Эшли Джонсон. А давайте воткнем на эту роль молодую Мартиросову. Не беда, что она ни разу не отражает те черты, что были у оригинального персонажа. Нам лучше знать, как сделать хорошо. Они не переигрывают намеренно, решив, что они лучше разработчиков знают, каким должен быть персонаж, и что Дак Кокл в оригинальной версии Ведьмака демонстрирует недостаточно эмоций. Нет, эти ребята не пытаются сделать свою версию Байошока, как упомянутые выше пытались сделать свою версию The Last of Us и Wild Hunt. CG-Info сделали ровно то, чем и должна быть локализация. Не несли от себя тяну, не коверкали реплики, а с точностью передали на понятном каждому русском языке именно то, что хотел сказать создатель игры, и как он хотел.
I will stop him. Everybody wants to rule the world. Elizabeth! There's a room where the light won't find you. Holding hands while the walls come tumbling down. You son of a bitch! And you abandoned her! Bring us the girl and wipe away the debt. Already a fight to win. Trying! Close it! I'm not letting you take her, you hear me? No! The world. Нам вернуться суждено ли к нашим близким навсегда? Ждет ли нас приют последний в небесах, в небесах?